Сначала нужно выделить. Для того, чтобы расставить закладки, сначала нужно выделить наш аудиофайл. Тогда сверху появятся две новые вкладки: формат звука и воспроизведение. Последняя нам и нужна. Вот здесь слева можно включить, прослушать аудиофайл, в нужное место время поставить на паузу и добавить закладку. Вот я нажимаю кнопку, и появляется закладка. Она обозначена желтым цветом в аудиофайле. И если навести курсор, то появится подпись «Закладка 1». Продолжаем. И под утро снегом поле замелело точно переною, все его одело. Вторая закладка. Темный лес с тушапкой принакрылся чудной, и заснул под нею крепко, не пробудился. Таким образом можно разметить весь аудиофайл нужным вам образом.